Near, far, wherever you are, I believe that your heart will go on once more. You open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Простите. Дядю Витю специально забыл ему что-нибудь пометальнее, а то он скажет там, хотел сказать, порнуха. Попса. We'll stay forever this way. Все, чувствую, в следующем году на новом альбоме Металлики будет обязательно кавер на Селин Дион. К чему это был этот долгий и интересный номер? Я вас всех, дорогие друзья, поздравляю с наступающими праздниками. Желаю вам добра. Заботьтесь друг о друге, понимайте друг друга. Поднимайте друг друга, любите друг друга. Так, понятно, короче, мне нужно остановиться, я далеко зайду. А, в общем, с наступающими праздниками. Мне же Финт прислал сегодня подарок. Знаете, что это как? Надеюсь, я смогу все это дело показать. Во-первых, он прислал мне вот такую вот... фотографию. Вот. Может показаться на ней, что мы наблюдаем с ним какой-то сверхважный запуск какого-то спутника галактического вселенского масштаба, но нет. На самом деле мы смотрим геймплей Death Stranding, вот так вот, когда он выходил, вот так вот люди вот смотрят на него. И написал капитану пиратского корабля от смотрителя маяка. Не просто так. Я спел Селин Дион все-таки, потому что я понимаю, что это на самом-то деле это не прям-таки новогодняя песня, ну такая душевная, такая эротичная, в смысле, ну это самое, такая, да. Это не все, что он прислал. Он прислал мне календарь, вот. И этот календарь по Властелину колец, а я очень люблю Властелин колец. И это как бы очень классный подарок. Вот. Но я просто вот увидел. Вот это вот я, короче, увидел. И вы посмотрите, с какой надеждой эти люди смотрят в 23-й год. Видите, вот прям вся надежда читается. Особенно у Гэндальфа. Вот прям у него вот вообще все надежды прям и мечты. Вот, но это не самое главное. Мне стало интересно, тут на каждой странице, сейчас, может, я как-то покажу вам. Вот тут на каждой странице, вот там январь, вот видите, вот такое вот, тут все в январе будут вот такими вот. Вот, ну, как, в общем, кадры какие-то из фильма. И мне, у меня же день рождения в ноябре, вот, и мне стал, я только сейчас понял, это не только поздравление, это анпакинг, первый анпакинг в истории канала. У меня же день рождения в ноябре, и мне стало интересно, а что там за картинка в ноябре? И ты такой вот, так, то чувство, когда ты такой листаешь, там вот там январь, февраль, вот это вот все дело, ты такой листаешь, тут всякие кадры, Гэндальф в августе, Арагорн в сентябре, вот. И такой хлоп, ты до ноября докручиваешь, а там вот это вот... А там, мать его, око Саурона в ноябре происходит. Дорогие мои москвичи, охренели там в своей Москве уже, и гости столицы, которые тоже уже охренели. Еще раз всех вас поздравляю с наступающими праздниками. В следующем году еще больше работы, еще больше переводов, еще больше озвучек, еще больше стримов. Кстати, насчет стримов, что еще больше стримов, я не уверен. Но... Всех обнимаю, всех целую, люблю.